Gali, você apareceu na minha vida por milagre. Você é a resposta mais incrível de Deus para mim. A partir de hoje, você será a pessoa mais importante para mim. Mas não em primeiro lugar, porque em primeiro lugar teria Deus. Não tenho ideia do que o futuro nos reserva, mas eu já gosto muito do começo. Seja minha esposa. Сейчас Габи скажет свое обещание и свое обращение. Замечательные слова к Дмитрию. Да, я уже плачу. Это замечательно. Я думаю, я проиграла наш. Во-первых, я просто хочу поблагодарить всех, которые здесь. Это такой важный день для нас. E na portuguesa, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando aí do Brasil. E acordou um pouco mais cedo, em pleno domingo, para poder fazer parte desse momento com a gente. Para minha família e amigos, um beijo aqui da Rússia. Сейчас тебе. Дима. Когда я думаю про него, у меня такое ощущение, что он особенный парень. Его спонтанность, как он просто общается с другими, его креативность. Факт, что он любит мультики, Back to the Future и даже Титаник. Его смех, его фокусы. Он может просто легко разговаривать со всеми. Как он говорит про служение и про Бога, и про его мечты. Дорогой Господь, спасибо тебе за этот подарок, который ты подарил нам. Мы долго молились тебе об этом. Я благодарна тебе за то, что ты ответил на нашу молитву, что ты дал нам именно Габи. Господь, мы принимаем ее и благословляем этот брак, благословляем Диму и Габи, Господь. Я благодарю Тебя за то, что они любят Тебя всем сердцем, Господь мой, и я верю, что они пронесут эту любовь через всю жизнь. А если Ты будешь с ними вместе, то все у них будет хорошо. Слава Тебе и благодарность, Господь, за нашу семью, Господь, и я молю Тебя, пребывай с нами и помоги нам всегда верно следовать за Тобой. Прославься в наших сердцах и в этот день, Господь, во всем, что будет сегодня происходить. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Господь. Я благодарю Тебя, я славлю и превозношу Тебя, что некогда Ты нам с Надей дал Диму, и он вырос хорошим парнем, Твоим верным служителем. Я прошу Тебя, чтобы он таким же оставался. Я также Тебя благодарю, что примерно в это же время Ты уже сделал так, чтобы в Бразилии родилась Габи. И все это время она там жила, у нее была прекрасная семья, и есть. И я сейчас воздаю славу Тебе за ее родителей, папу и маму, за ее всех родственников, что они ее так воспитали. И вот сейчас здесь, на этом месте, я тоже, Господь, присоединяюсь ко всем этим благословениям. И как отец, я тоже благословляю. И прошу Тебя об одном, чтобы Ты их благословил. Чтобы они были верные друг другу, верные Тебе, верные Твоему призванию, Слову Твоему. Слава Тебе, мой дорогой Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И тоже совершили молитву. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem trazido para mim, da minha filha, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Meu pai, gratidão que Deus está fazendo para a vida dela. Muito obrigado, meu Deus. Tenho no meu coração a gratidão. E há um pedido, Senhor, para que o Senhor abençoe, meu Deus. Continue abençoando a minha menina, a minha filha, Senhor, que nesse caminho novo que ela está trilhando, que o Senhor vá com ela. Que o Senhor abençoe Dima, Senhor, que agora é meu filho também. Eu recebo como filho. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja com ele, que esse novo caminho, que eu esteja ao lado dele, que o Senhor te abençoe. Eu abençoo essa união, meu Deus, porque o Senhor está nisso, está com eles. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Obrigada pela honra de ser representada neste dia por um fruto do meu ventre. A cerimônia de uma aliança tão semelhante àquela que acontecerá no grande casamento entre a tua igreja sem mácula e o noivo Jesus Cristo. Um compromisso tão raro de acontecer dessa forma, priorizando corresponder antes os princípios estabelecidos pelo Senhor do que aos seus próprios, honrando assim o teu nome. O orgulho que sinto é tão grande que passo a compreender melhor por que a obediência ao Senhor ativa o cumprimento das tuas promessas para nós. Esse ato de hoje destrona muitos inimigos que se opõem ao teu nome, ao maior projeto do teu coração, a família. Abençoa essa união com o mesmo legado de amor e fidelidade que atei em meu pescoço enquanto fui casada e gerei Gabriele. Que amor e fidelidade ao Senhor e um ao outro sejam sempre visíveis como um colar, tanto no pescoço de Gabriele quanto de Dmitri. Que o teu sangue cele esse dia. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que todos digam amém. Я знаком уже с тобой очень давно.
и я много о чем тебя просил, и много что ты мне давал. Были моменты, когда ты говорил мне «нет», и будут такие моменты, когда я буду тебя о чем-то еще просить в будущем, ты будешь мне отвечать тоже такими двумя ответами «да» и «нет», и пусть будет именно так, так, как ты хочешь, пусть будет твоя воля, Господь. Спасибо тебе за то, что вот этот путь весь, который я прошел, привел меня именно к Габи. Спасибо тебе за то, что ты мне это открыл чудесным, сверхъестественным образом. Спасибо тебе, Господь, за то, что, несмотря на то, что я совершал ошибки, за то, что я, Господь, не всегда ровно шел, ты все равно, Господь, дал мне вот этот чудесный, самый лучший подарок, Господь. И прошу, благослови, пожалуйста, нашу семью. И помоги нам, пожалуйста, особенно в это сложное время, которое ожидается в будущем. Вот все, что предсказано о тех страданиях, которые ждут нас, христиан, Господь. Пожалуйста, помоги нам не отпасть, помоги нам дойти до конца, нам и нашим детям, Господь. Помоги, пожалуйста, нам также быть мудрыми воспитателями, чтобы мы смогли хорошо и правильно передать веру в Тебя. За все Тебе слава, Господь. Слава Тебе за это. Аминь. Por este dia. Eu também quero de todo coração te agradecer pela oportunidade de estar aqui, celebrando algo tão especial que eu creio que veio do teu coração. Obrigada por ter nos preparado desde pequenos para que nós pudéssemos nos encontrar e no tempo certo nos entregar um ao outro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guiou até aqui. Como a Dima falou, o Senhor fechou as portas quando era para dizer não, o Senhor abriu as portas no momento certo, para as coisas certas, e quando nós não entendíamos que esse era o melhor para nós, o Senhor tomou conta, e eu te agradeço por isso. E nesse dia eu quero colocar diante de Ti essa nova família que nós formamos hoje. Queremos colocar os nossos corações diante de Ti e pedir, Jesus, seja a base da nossa família. Que tudo que viemos a conquistar, a construir a partir deste momento, o Senhor esteja por trás, no centro de tudo, que o Senhor continue sendo o nosso alvo, e que nós continuemos andando até alcançar esse alvo, mas agora juntos. Que entregamos, Senhor Deus, nosso presente, nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. Спасибо, что вы поддерживаете. И теперь Габи, она уже одно целое с мужем. И она тоже символизирует свою любовь и свою верность. Друзья, спасибо вам большое, что вы поддерживаете. Ну а теперь, конечно же, поцелуй, без которого не может проходить ни одна свадьба. Смотрим все, поддерживаем, друзья! Можно 3 раза по русской традиции. Я не знаю, сколько по-французски. Но теперь у вас будет много.